Строительство новой школы в селе Рахата и водоснабжение в нескольких населенных пунктах. Об этом шла речь на встрече заместителя председателя правительства республики Раюдина Юсуфова и министра финансов Юнуса Саадуева с активом Ботлихского района. Руководители ведомств пообещали взять на контроль все вопросы. Я вас увидел, два вопроса, я бюджет постараюсь заложить и внесем в правительство республики Дагестан буквально такие в сентябре или начале октября. Далее они осмотрели сгоревшую 4 июня этого года школу, побывали на Рахатинской фабрике народных промыслов, где идет подготовка учебных классов для временного размещения школьников, и ознакомились с очистительными сооружениями водопровода Ансалта-Ботлих.